Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Забираем быстренько с тобой цветочек. Где он тут находится? Вот он. Так, и я хочу глянуть. Два дня у нас остается, два цветочка в наличии. Блин, успеть бы только, а? Не хочу, чтобы все это было зря. Так, что дальше? Естественно, начинаем с паков. Бесплатный, погнали. Так, монеты уйдем в копилку. Ужасное чудовище, древоруб, кривоклык. Так, и кто-то там у нас в конце. Ага, крылатый ужас. Ну, его можно, в принципе, в топку, да? Отпустить. 120 тысяч рыбы, да, отпускаем, ребята. Я понимаю, что рыба, как говорится, не пойдет ко мне в копилку. Но 120 тысяч это мелочи, на самом деле. Так, давай здесь поднимем уровень нашему вострозубу. И, наверное, будем дальше его прокачивать. Пускай летит. Это еще не все. Громорог редкий. Так, тоже пускай идет прокачиваться. И следующий — это у нас громобой, защитник собственной персоны. Тоже пускай летит. Окей, друзья мои. Так, дальше у нас с тобой дровница прокачалась. И лохань. Замечательно. А сколько нужно? 245 миллионов. Так, погоди-ка секундочку, 245 миллионов. А сколько у нас? Ага, у нас хватает. У нас хватает. Так, нужна здесь рыба, а здесь древесина. Давай возьмем с тобой древесины. 250. И улучшать. Сколько она будет делаться, а? Сколько? 4 дня, 11 часов. Господи, ребята, это финиш. Вот где мне столько рыбы только взять, скажи-ка мне на милость, а? Где мне взять столько рыбы? У меня всего лишь 130 лямов. А нужно 240, да, по-моему? Да, 245. Надо копить. Надо, ребята, копить. Так, отправляем, забираем, как говорится, и отправляем их за ресурсами. Так, костолом, давай, не жадничай. А, кто у нас тут? Громоль. Летит дальше на поиски. Что у нас тут? Загружаются необходимые данные. Да, ребят, я не мог запустить игру. Мне пришлось ее заново переустанавливать. Поэтому вот такие сейчас дела у нас происходят. Все будет как бы подгружаться в процессе игры. Так, не знаю, будем ли мы... По идее, как бы надо. И в то же время можно перебиться. Нам с собой на самом деле нужно... Дальше прокачивать драконов именно по уровню. 36 лямов, прикинь, требует древесины. 36 лямов! Что за расценки-то такие, а, друзья мои? Ну, серьезно. Обалденный. Так, ну здесь, понятно, построить не могу. А, ну-ка. Улыбнется нам удача, мне кажется, дудки. Ну, конечно же, мимо. Кто бы в этом сомневался. Ладно. Лети дальше, прокачивайся. Здесь у нас все тихо. Мы, кстати, с тобой пак не глянули, знаешь, какой? Рекламный. Ох ты, какие-то руны. Так, давай-ка, беги дальше. А что это у нас? Ха, они уже вот здесь лес рубят, прикинь. Молодцы. Я, главное, здесь территорию не открыл, а лес они здесь рубить могут. Замечательно просто-напросто. Так, зеленая смерть. Ты будь добра. Так, треска, отлично. Иди дальше на поиски. Так, а я гляну вот этот. Нет, не этот, вот, вот этот пак. Монеты Одина. И дальше у нас основные награды. Костолом, громобой, водорез. Понятно, руны и древесина. Так, ребят, сегодня у нас будет, естественно, событие. Будем проходить, по-моему, уже оно доступно нам. Так, сейчас я просмотрю здесь все. Ничего я не забыл? Ага, забыл. Забыл отправить наших дракончиков, естественно, в приключение. Продолжить проверку. Иди бесплатно делай всякие тут проверки. Так, Барсик, да там что у нас? Валка, тоже бесплатно. Ну и Сарделька. Все на руны, а? Ты посмотри, приручение бесплатно.
Ну, вроде бы все пока здесь, да? Ага, есть обмен. Великолепно. В общем, нам нужно с тобой копить рыбу. Кстати, надо будет, наверное, нам без зубика еще отправить. Естественно, на поиски. Громилет я так и не нашел. Вообще не знаю, получится ли у меня найти этого громилета. Но будем пытаться, будем стараться. Все, друзья мои, идем на события. У нас это происшествие груза для драконьего края. Так, это... Ага, это события длинные. То есть не на один день. Погнали, друзья мои. Блин! Я не поменял отряд. Мне же... Ё-моё. Ну ладно, здесь, может быть, конечно, все будет пока легко. Но мне кажется, надо навернуть сюда, извините меня, нашего ветрокрыла. А что они такие жесткие? Не понял юмора, смотри. Ну-ка, если мы так сделаем. Все равно крепкие, а? Это плюс они с пониженной броней, друзья мои. С пониженной броней, нифига. Так, ну-ка давай еще разок нахлобучим. Так. А, тут две волны, да? А это у нас кто там, душитель, что ли? Вылупился. Сейчас будет понижать броню, как всегда. А нет, тут он просто укусил. А ну-ка давай вот так вот. Понизили броню. Нет, все равно они какие-то сильные. Непробиваемые, так скажем. Допустим. И добивка. Ну что, давай надеяться, что нам будет выпадать сейчас именно рыба, которая мне нужна. Крутанем колесико и посмотрим. Блин, древесина, ну чтоб тебе. У меня древесины и так очень много. Она как бы мне тут не к спеху. Ну что, забираем с тобой 50 рун. С превеликим удовольствием. Руны нам пригодятся. Так, сейчас будет поединок, потом еще будет поединок. И только после этого мы с тобой сможем забрать пак. А потом уже начнутся мини-боссики, как ни странно. Блин, я опять забыл поменять, ладно. Так, как ты видишь, у нас 5 груш и 5 прилив сил. Да что они такие жесткие-то, я не могу понять. Ты посмотри, это что, это урон называется? Это смех на палке. Я немножко даже в шоке. Опа, в ответку получили. Так, сейчас попробуем разобрать его. Я специально не стал тратить понижение брони. А вот зря, наверное. Надо было ему все-таки понизить. Ладно, ребят, берем вот так вот в слепоту. Ну и будем потихонечку теперь его расчехлять здесь. Да-да-да-да-да. Чего хочешь делай, тебе здесь все равно ничего не поможет. Слепота на тебе будет еще целый раунд висеть. Ну что, добивка? Идеально. Так, и это у нас, ага, шторморез. Тоже 16 уровня, как я посмотрю. Но Салабон. Сейчас будем его прожаривать хорошенечко, до хрустящей корочки, ребята. Можно, в принципе, хильнуться даже моим бойцам. Они это заслужили. Ох ты. Вот это он ударил, да, друзья мои? 16 уровня звезданул так, что мало не показалось нам. Ладно, главная победа. Ну-ка, глянем, что нам здесь выпадет. Да дайте рыбу, в конце концов, блин, древеси... О, плод мудрости. Окей, задобрили, так сказать, меня своим плодом мудрости. Так, мы сюда переходим. И у нас следующий бой будет именно за пак. Тут, кстати, там будут руны, потом опять пак. И это у нас кревет. Неужели такой же жесткий? Хотя нет, ребята, у него мало полосочек здоровья, как мы видим. Должен разбираться вот. Должен разбираться идеально просто. Отлично. Добивка. Следующий, пожалуйста. Кто-то у нас ужасное чудовище. И они тоже разбираются легко. И все это, ребята, определяется по полоске здоровья. Когда мало вот таких сечений, это говорит о том, что враг будет слабый. Когда этих сечений очень много и плотное, они стоят друг к другу, то значит враг будет действительно жирным. Жирным в плане того, что он будет живучим очень сильно. Так, давай сделаем таким образом. Сейчас что-то нам, наверное, прилетит сейчас. Какая-нибудь супер плюшка. Угу, но не уничтожил. Так, давай добьем его. И победа.
Давай смотреть. И... рыбу, рыбу, рыбу давай. Отлично, 25 миллионов. Мало, конечно, но лучше так, чем древесина. Так, я что, пак, что ли, забираю? Да? Я забираю пак, загадочный. Так, дальше у нас с тобой два поединка и 1000 янтаря. А там у нас еще пойдут вымпелы. Вымпелы, ребят, я уже не знаю, для чего они вообще нам нужны. Мы же вроде бы как получили с собой, да? Легендарного дракона. Так, чтобы было. А, их же можно потом, по-моему, обменять. Так, уже три волны будет, кстати. Ну, судя по плотности, да, ребят, мы его сейчас быстро расчехлим. 13 уровень причем. Так что быстренько мы с ним... Опа! А, здесь у нас... Ага, древоруб и барсик. Этот зеленый, он тяжело разбирается. Так, красные только помогут нам. Не даем ему накопить 3 энергии, иначе будет бобо, зажарит нас. Поэтому надо как можно быстрее его добивать. Вот. Так, а барсик получил всю энергию, сейчас что-то... я думал, будет хуже. И знаешь, в чем проблема? Что нам нужно хинуться. Давай. Вот так. Идеально. Идеально. Так, добиваем. Ну что, третья волна. И у нас тут кревет плюс шторморез. Начинаем, конечно же, с кревета. Так, подожди, нам, наверное, на следующий ход надо будет хинуться, скорее всего. Скорее всего, сделаем именно так. Сюда бомбанем. Так, теперь применяем хил. Отлично. Промахнулся. Это была твоя роковая ошибка, парень. И добивка. Вот так это делается. Ну и что же нам здесь выпадет? Плод мудрости, да? На древесину перелетел, а? А я бы не отказался бы от двух штучек-то. Плодов мудрости, было бы прикольно. Ну что, у нас с тобой мини-боссик начинается. Давай посмотрим. Опять три волны, скорее всего, будет, да? Ну да, три волны, поэтому надо как-то здесь будет аккуратненько все это разбомбить. Сохранить при этом как можно больше здоровья. Сейчас что-нибудь будем с тобой кумекать. Потому что в конце еще у нас будет поджидать мини-босс. Мини-босс это, ребята, такой же дракон, только немножечко усиленный. А так он ничем особым таким не отличается. Добиваем здесь. И погнали сюда. Специально, друзья мои, не стал тратить энергию для того, чтобы захиляться. Я просто жду, кого он будет, будет атаковать кого-нибудь здесь. Вот. Вот именно для этого я и ждал. Этого момента. Отлично. Так, здесь у нас древоруб и шепот смерти. Ой, какой шепот смерти, ё-моё, о чем я? Слушай-ка, а вот тут... Блин. Как сделать-то? Ну ладно, давай попробуем, наверное, этого добить в первую очередь. А потом браться уже за древоруба. Единственное, что мне может помочь здесь, это слепота. Да-да, ребят, слепота собственной персоны. И, кстати, я это успеваю сделать. Я сейчас повешу на него слепоту и будем уже потихоньку его здесь бомбить. Потому что у него 3 энергии, я не хочу, чтобы он тут использовал свои суператаки. Они очень болючие. Нет, наверное, не будем пока тратиться. Просто будем его потихоньку вот так вот кусать. У него еще до сих пор слепота, не волнуйся. Погнали. Так. Или лучше вот так. Давай так сделаем, наверное. И добивка. Ну и последняя волна, ребята. А, тут даже два мини-босса. Это Ветрокрыл и это Костолом. Не очень хорошая компания, если честно. Костолом будет глушить. Ого. Ветрокрыл будет замораживать. Но я считаю, что надо в первую очередь все-таки Ветрокрыла нам ушатать. Блин, ушатать. А если я сделаю... А что мне это даст? Мне это ничего не даст. Хотя зря я, ребята, его
Ой, сейчас будет заморозка. Нет? В плане, я думал, что он будет замораживать. Нет, он не стал такого ничего делать, ребята. Удивительно. Я понял, что он будет делать. Он хочет костолома зарядить на пробежку. Ага, у него не пробежка, у него вот какой-то баф. То есть он понижает мне защиту и плюс вешает немоту. То есть я не могу применять свои заклинашки, да? Тебя умоляю, парень. Он промахнулся. Это была большущая его ошибка. Ну, а у нас победа. Давай-ка посмотрим, что нам тут достанется. Рыба, да? 12,5 миллионов. Окей. Так, это пропускаем и забираем с тобой тусклый янтарь. Сколько у нас? У нас энергия закончилась, друзья мои. Энергия закончилась, соответственно, я дальше не смогу продолжать. Но я могу рассчитать. Раз, два, три, четыре, пять. Да, в следующей серии мы с тобой допройдем это событие. Так, тут мы забираем с тобой награды. Все, что успели накопить. Тусклый янтарь, 5 рун и 60 вымпелов. Отлично. Что еще? Вроде бы как все. Подожди, а почему я не активировал паки? Скажи-ка мне на милость, а? Интересно. Победить драконов? Что происходит? Почему у меня здесь недобитые же какие-то, а? Давай, ребята, добьем хотя бы. Хотя бы вот этот пак. Я не понимаю, почему у нас здесь 4 из 8. То есть мне нужно еще, получается, 4 дракона завалить. Давай-ка мы быстренько с тобой сделаем. Это непорядок. Так, 15, 15 и 13 уровень. Поехали. Так, начнем. Давай вот с этого. Быстренько его сейчас нахлобучим. Ну что ты там, хочешь делать? Блин, фаербол, да еще и броню понизил. Ну, естественно, подходим-то лезет тут как... Да хорош! Здоровски. Обалденно поиграли. Твою налево. Ну и чего прикажешь делать? Ну давай так вот. Как ты думаешь, успеем мы их бомбануть всех, а? Да, уж успеем. Ты смотри, этот понижает защиту, а этот подхалим бомбит. Понял тактика какая у них? Сейчас, наверное, уничтожат мне. Да, и этот еще хмыреныш мелкий. Ладно, я этого уничтожу. Что будем делать? Он сейчас будет фаерболы раскидывать, поверь мне. Плюс вся энергия у него. Оу-воу-воу-воу. Странно. Странно, что он так мало нанес мне урона. А, все, я понял, ребята. Он 13 уровня, а я 15, поэтому я выше по статусу. Соответственно, и бомблю посильнее. Сейчас еще один фаербол будет, поверь мне. Но это все фигня. Смотри-ка, мы здесь справились. А здесь 14 уровень и 2 15. В принципе, как и в прошлом бою, получается, да? Да, получается именно так. Начнем, наверное, с барсика с тобой. С вражеского, да? Что-то там. Что-то там. Ну, хорош. Костолом. Смотри, что творит, а? Смотри, что творит. Немножко не то и сделал. Надо было костолома, ребята, уничтожать. Потому что он с повышенной атакой. Повышенной атакой. Сейчас, естественно, будет бомбить. Кого? А вот как. А этот кого? Ну, этот, наверное... Смотри-ка, нет. Все не так, как я думал. Хиляемся. Продолжаем бомбить. Укус. Так, по кому удар? По кривоклыку. Промахнулся. Так, усик, добивка. Ну и шторморез вражеский. Все. Не пыхти. Ты, как говорится, потерял преимущество, а мы его наверстали. А вот и пак вождя. Давай посмотрим. Костолом, громобой, крылатый ужас и шторморез с водорезом. К
Кривоклык. Да ладно, стальной капкан. Ёлки-палки, ребят, конечно же будем повышать ему разряд. Это получается какой, 12-й, да? Да. Слушай, здоровье на 30-ку. Атака на 2-ку, особое умение на 3-ку. Особое умение — это его и скиллы, ребят. То есть вот это вот тоже прокачивается, да, на 3-ку. Замечательно. 12-й уровень, я думаю, что он сейчас будет еще сильнее в жаре, чем до этого было. То есть это круто. Ну что, друзья мои, я думаю, следующий пак мы уже будем открывать с тобой, наверное, в следующей серии. Сейчас тут заберем остатки роскоши. В следующей серии добьем пак, добьем с тобой события, да, получается у нас. Так, а сколько у меня мне хватает? Да ну. Хотя, подожди, сколько там нужно было? 245 миллионов, а у меня 223. Блин, не хватает совсем чуткарика, прикинь. Почему здесь нету какого-нибудь рынка, где я могу обменять, например, рыбу, точнее, древесину на рыбу? Так, шепот смерти, шторморез, водорез. Так, 5 миллионов рыбы, 2,5 миллиона рыбы. Окей. Так, еще есть? А, только тусклый янтарь. Тыщенка, да? Тут у нас уже стоит обмен. Блин. Так, где-то у нас с тобой паки меняются на монетки. Ух ты, детеныш Громгильды. Так, вот, по-моему, да, ресурсы. Покупаем. 10 лямов, 5 лямов. Вот. Вот то, что нужно было, ребят. Просто я хочу, чтобы они шли вровень. Ну, я имею в виду, и дровница прокачивалась, да, и лохань. А то у нас будет, как всегда, что-то на опережение пойдет, и мы будем с тобой, блин, потом ждать опять неделю, пока это все прокачается. А так все у нас хорошо. А вы что сидите? Блин, понятно. А здесь сколько нужно для того, чтобы... 248. Ну, подожди-ка, у нас же... Вот чего-чего, а древесины у нас с тобой хватает. Поэтому я могу ведь... Могу? Блин. Я могу, если бы там никто не тренировался. Тогда бы я смог. А так нет, ребята. Не могу ничего сделать пока. Хотя постой. У нас же вот. Тьфу ты, ё-моё. Тут полляма нужно, чтобы открыть. Сколько? 240. 408. Это чтобы убрать вот эти камушки? Вы издеваетесь, что ли? Тут... Откуда такие расценки, друзья мои? 350. Подожди-ка, а у нас же вроде бы где-то... Помнишь, где-то была территория? Да блин, это не то. Секундочку, я же помню. Здесь, что ли? Хм. Или мне приснилось? Наверное, приснилось. Что-то я подумал, что у меня какая-то территория, по-моему, вроде как за 250 миллионов где-то должна была открыться. Но, видимо, нет. Видимо, я... Ну да, тут пол ляма. И тут вообще все закрыто. И тут 350 лямов. Жаль, получается, жаль. Ничего не могу улучшить пока. Ну да ладно, друзья мои. На этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.